В начале выпуска о ДТП, которое произошло в Апатитах 14 сентября. В полдень на кольцо у Белореченского путепровода опрокинулась фура с химическим веществом бирол. Подробнее Динара Амешина. Две большегрузные машины двигались со стороны Кировска в Старые Апатиты. На кольце одна из них опрокинулась. Из огромной емкости на землю стала вытекать какая-то химическая жидкость. Как пояснил водитель второй фуры, они с напарником везут груз на Ковдорский ГОК. Ну, это химический реагент, но не опасный, потому что 9 класс, упаковка 3, она не опасна. Она только чем опасна, это то, что попадание в водную среду. Сколько его вытекло? Как вот... Ну, приблизительно ведра 2, не больше. А сколько всего? Вот в таком... 21 тонна. 21 тонна. Ну вот расскажите по вашим ощущениям, что произошло? Я думаю, что просто, я не знаю, я просто не могу вам даже сказать, потому что ситуации разные бывают. Может... колесо там, может еще что-то. Я не могу сейчас вам так определенно сказать. А в каком состоянии водитель? Ну, ключица сломана. Ну, естественно, в шоковом. 54 года, человек 56. Вот. Конечно, в шоковом состоянии. Водитель опрокинувшейся фуры госпитализирован в больницу с переломом ключицы. По словам очевидцев, пострадавший водитель говорил, что его на круговом движении подрезала легковушка. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы. Последствия разлива химического вещества ликвидирует служба гражданской обороны.